Здравствуйте! Сегодня наш мастер-класс называется «Мой папа богатырь». Мы будем с вами делать подарок к 23 февраля. Вот такую аппликацию. Для этого нам понадобится цветная бумага, картон, двухсторонний скотч, клей. И я начинаю аппликацию. Вырезаю вот такой вот цветной картон. Ну, можно взять синий цвет, зеленый. 15 на 20 сантиметров. А голову богатыря я взяла такую картинку с интернета. Ну и представляю, что наш русский богатырь вот выглядел таким образом. Вот это голова. С обратной стороны я приклеила двухсторонний скотч. Потом вот так поддеваю, и верхняя часть скотча, она очень хорошо отходит. Вот, оторвала, здесь остается липкая лента. И таким образом вот я приклеила на картон. Потом я нарисовала, следующий этап я нарисовала туловище богатыря карандашом, вот эти вот края. И туловище нашего богатыря тоже приклеила вот такой двусторонний скотч. Сейчас я буду делать кольчугу. Для того, чтобы сделать кольчугу, мне понадобится большое количество вот таких вот круглых серебряных или стальных монеток, так скажем, да. Для этого я приготовила бумагу стальную и вот такую золотистую. Для того, чтобы кольчуга получилась красивой, мы эти колечки, так скажем, я приклеиваю почаще на скотч. Вот так, таким образом. Для того, чтобы наш богатырь как можно дольше в бою продержался, все богатыри носили кольчугу, шлем. И вот мы таким образом приклеиваем. Колечки. Так вот идут они друг за другом. Вот так вот рядами можно приклеить рядами. Работа трудоемкая, для того, чтобы наш богатырь выглядел красиво. В добротной кольчуге мы колечки вот таким образом должны приклеить. Вот обратите внимание, да, я колечки приклеиваю не до конца, немножко с краю оставляю, потому что у нас там будет еще плащ. Вот на образце мы видим здесь вот такой красивый плащ. Поэтому колечки нужно клеить не до конца. Таким образом. Вот так. Достаточно, я думаю. Кольчуга. Кольчуга у нас готова. Поверх кольчуги богатыри носили плащи. В основном красного цвета. Я думаю, можно нам сделать вот такую ленточку. Я взяла и вот так вот немножко. Смотрю, как будет выглядеть. Думаю, что хорошо. Для того, чтобы вот эти части ленточка приклеилась, нам понадобится двухсторонний скотч. Края можно вот так вот загнуть немножко. Хорошо сгибается. Я думаю, можно плащ сделать. На нашем богатыре мы видим
шлем. Шлем я сделала таким образом. Вот я нарисовала на листочке форму шлема. Вырезаю его. Теперь вот выбрала я шлем вот такой вот серебряного, то есть золотистого цвета, ну приблизительно 10 на 7 сантиметров вот такой квадратик. Квадратик прямоугольник. Таким образом вырезаю шлем. Так, у нас получился шлем. Так, сейчас мы его... Так. Там понадобится также вот двухсторонний скотч. Вот так. Пальчиком надо будет придавить. Держался наш. Так. Дальше от шлема идет вот такая вот мелкая сеточка. Она называется бармица. Вот эта часть. Вот. Здесь более мелкие колечки, которые я сделала с помощью вот такого вот дракула обыкновенного. У меня получились для шлема вот такие мелкие колечки. Сейчас мы опять, нам понадобится двухсторонний скотч. Так, ну где-то приблизительно такой вот высоты. Лишнюю часть можно вот так вот немножко подрезать. Так, и волосики вот здесь вот тоже можно легко вот так отрезать. Ну, теперь очень такая кропотливая работа. Мы будем делать бармицу. Здесь можно подклеить немножко шлем, вот края. После того, как вы бармицу приклеите, так вот шлем немножко закрепить. Теперь верхний слой скотча отрываем и начинаем формировать вот из такой, такими мелкими колечками бармицу. Бармица – это та часть шлема, вот, которая защищает
шею воина от удара. Ну, понадобится какое-то время, конечно, чтобы вот сделать такую аппликацию. Потому что очень кропотливая работа. Вот так вот каждый кружочек вы приклеиваете. Еще нам понадобится наносник. Вот мы видим на образце наносник, чтобы во время боя защитить нос. Шлемы делали с наносником. Ну, тоже сделаем наносник такой вот. Вырезаем из картона стального цвета 5 сантиметров где-то приблизительно. И полтора сантиметра ширины. Вот такую вот стрелочку можно ее назвать так. Приклеим также двухсторонним скотчем. Край нашего шлема тоже украшен мелкими колечками. Мы тоже так же сейчас украсим мелкими колечками. Делаем такой край. Ну, где еще у вас остаются свободные места скотча, и вы их можно колечками, кружочками закрыть вот так вот. Потом посмотрите внимательно, вот здесь сюда можно приклеить. Вот сюда. Пальчиком вот так придавили. Так, теперь нам нужно сделать красивую рамочку. У меня рамочка сделана из джута, такой веревочки. Некоторые 18 сантиметров и 22 сантиметра. То есть некоторые подлиннее, некоторые покороче, значит, по высоте и по ширине. Я отрезала вот такую джутовую веревочку и сделала вот такие вот узелочки с двух сторон. И край украшаю еще вот с этой стороны. Таким образом, значит, для этого мне понадобится клей. По краешку вот так вот. Вот таких вот веревочки, они хорошо сюда так смотрятся.
так вот. Теперь эту сторону. Веревочки так натянуть можно. Поддержать, чтобы клей засох. Чтобы они были ровные края вот эти. Ну, у нас получилась вот такая аппликация. И мы ее вставляем вот в такую рамочку, например. Наш мастер-класс называется «Мой папа богатырь». И если у вас появится желание вместо вот лица богатыря вставить папину фотографию, найти фотографию и увеличить, то действительно ваш подарок будет очень оригинальным, интересным. Я думаю, папе понравится. Всех с праздником, с наступающим. Всем здоровья, хорошего настроения. До свидания.